за прошедший год мы на себе ощутили, как деструктивное информационное воздействие, экономическое, политическое давление, которое шли с Запада, влияли на мировоззрение наших людей, толкали некоторых из них фактически на предательство собственного народа. Всегда необходимо давать такой отпор подобным деятелям, чтобы в памяти врага он отпечатался на многие годы. И на это способна только всенародная оборона, если мы все будем защищать свою землю. Вот моя поездка вчера, позавчера, восточнее, Варшанский район, вы знаете, я посещал предприятия, которые мы создали. И к созданию этих предприятий по производству боеприпасов и основных видов стрелкового оружия подтолкнула именно территориальная оборона. В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя, ну и, естественно, все вместе, ту землю, ту территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита.